Привет, YouTube, привет. Заехала такая интересная машина. Mazda называется. Заехала на ремонтик. Я тут занимался. Дверку вот тут правил. Ну, дело не в этом. Машинка стоит давно. Клеммы с аккумулятора обе сняты. Вот видим, да? Тут защита кожух. Вот, чтобы не соприкоснуться. Убираем, да? То есть, обе клеммы с аккумулятора сняты. Открываем дверку. И что мы видим? Светодиодная подсветка. Вопрос, как это получается? Она какое-то время там в районе минуты горит и гаснет. Но я сейчас на паузу поставлю, посмотрю. Вот она погасла. Где-то полминуты может быть горит. Опять закрываем дверь. Проходит какое-то время. Ну не знаю. Вот. Опять она загорается. Ладно, уже плюну, посмотрим по времени, сколько она будет гореть. Интересный вопрос. Спросил у хозяина, говорит, тут что, два аккумулятора? Нет, двух аккумуляторов нет. А в чем прикол? Он говорит, да я как бы и не знаю. Купил машину и катаюсь. Ну, как бы меня это немножко удивило. Оп, все, погасло. Идем в реальном времени. Опять же, смотрим. Вот она, эта клемма. Ничего тут не касается. И вторая. Вот как это так получается? Кто знает, расскажите. Просто интересно.